Видео подготовлено онлайн gdz.net. Задание номер 1.31. Необходимо вычислить выражение 2х квадрат минус 2y квадрат, деленное на произведение суммы x и y на их разницу при различных значениях переменных x и y. Подставляем значение в выражение а. X равно 2, y равно 3. Подставляем выражение, получаем 2жды 4 минус 2жды 9 деленное на x плюс y. У нас это будет 2 плюс 3 умножить на 2 минус 3 равно. 2жды 4 это 8, минус 2жды 9 18, деленное на 2 плюс 3 это 5, 2 минус 3 это минус 1, равно минус 10, деленное на минус 5, сокращаем, минусы тоже у нас уходят, остается 2. Пример B. X равно 3 вторых, y равно 1 третьей. 2. Давайте, наверное, отдельно посчитаем значение, которое у нас приобретет числитель, отдельно знаменатель, потому что с дробами нам будет очень-очень сложно считать. Итак, 2x квадрат минус 2y квадрат равно 2 умноженное на 9 четвертых минус 2 умноженное на 1 девятую. Равно. Равно. 2 и 4 у нас сокращаются. Получаем здесь 1, здесь 2. 9 вторых минус 2 девятых. Теперь посчитаем, чему у нас будет равен знаменатель. X плюс Y на X минус Y равен 3 вторых плюс 1 третья умножить на 3 вторых минус 1 третья. Общим знаменателем у нас будет 6. Перемножаем на соответствующие числа и числитель, и знаменатель каждого числа. Получаем 3жды 3 – 9, плюс 2 шестых умноженное на 9 минус 2 шестых равно 9 плюс 2 это 11 умноженное на 7 шестых равно 77 шестых. Теперь подставляем значение в выражение, получаем 77. Давайте-ка преобразуем наши дроби.
также в числителе, приведем их уже к какой-то одной дроби. Для этого давайте найдем общий знаменатель для 2 и 9, это будет 18. Здесь умножаем на 9, здесь на 2. Получаем 9 на 9, 81, минус 2жды 2, это 4. И в знаменателе получаем 18, равно 81 минус 4, это 77 восемнадцатых. Вот. Теперь нам будет очень просто поделить. 77 восемнадцатых поделить на 77 шестых, это то же самое, что умножить на 6 77-х. 77 у нас сразу сокращаются, 18 и 6 тоже сокращаются на 6, и в ответе мы получаем 1 третью. Пример В. Х равно минус 2, y равно 0. Подставляем выражение, получаем 2жды 4 минус, ну, 2жды 0, это 0, деленное на минус 2 плюс 0 на минус 2 минус 0 равно 2жды 4, 8, деленное на минус 2 умножить на минус 2 равно 8, деленное на 4 равно 2. И пример Г. Х равно 1,3, Y равно минус 0,5. 2 умножить на 13 в квадрате, это 169, то есть 2 умножить на 1,69 минус 2 умноженное на 0,25. В знаменателе получаем 1,3 плюс 0,5 на 1,3 минус 0,5 равно 2 умножить на 1,69. 2жды 9, 18, плюс 2жды 60, 120, это 138, плюс еще 200, получаем 38. А на самом деле двойку здесь можем вынести, нам будет намного удобнее считать. Получим 2 умноженное на 1,69 минус 0,25 деленное на 0,8 на 1,8 равно 1,69 минус 0,25, 69 минус 25, это 40, это 2 умножить на 1, 44, поделить на 8 на 8, 48, 8 на 10, 80, 80 плюс 68, это 64, это 144, и два знака после запятой отделяем, получаем 1,44, как раз у нас 1,44 сокращается, и получаем 2. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети, ссылки найдете в описании.